Всем привет и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки The Crew 2. И у нас открылся... Я вот тут пока что, подождите. Я полетал тут на самолетиках, выполнял миссии. И у нас открылся... Давно уже открылся. Второй эпизод серии Life Extreme. Давайте переместимся. И посмотрим, что тут у нас... Так, на ТТРС переключаюсь. Добро пожаловать на побережье залива, где пройдет второй этап гонки Life Extreme. В прошлый раз мы гоняли по улицам, и теперь снова будет безумие. А, сейчас на пол шестого опять мир согнется, да? Погнали! Благо ТТРС у меня прокачано очень неплохо. Сейчас их догоним. Опасно было. Части трассы у нас гигантские зрители, и перед ними проходит гигантское зрители. По масштабам события. Мы видим, что это сейчас как? Наши водители стараются изо всех сил. Люди получается все лучше и лучше. Это будет настоящий гладиаторский поединок. Твою мать. Как можно на ТТХе тоже ехать? И насколько уехал, ты мне скажет или нет? Так, лодки. Вот и пробил час. Пора встряхнуть эти состязания. Пробил, я думал, пропил. Можно ли назвать претендентом того, кто так лихо вырвался на первое место? Да. Можно. Так, не буду я прыгать, это время отнимает и скорость. Так, а они как-то меня догоняют? Нет, почему мне время не показывают? Так, и на ралли на сейчас, да? И прямиком в эту прекрасную воду. А, нет. Мы гордимся, что гонки лайф что нельзя это было? Сравнить ни с чем. Водители должны быть мастерами своего дела, а иначе они останутся позади. У них лишь один шанс стать лучше всех. Уходит то время, когда наши водители устраивали выкрутасы на воде. Все, ралли-рейд начинается, что ли? Ну, быстрее. Ну, где мой Мерин? Мне нужен Мерин.
Все, ну сейчас-то все. Ну да, сейчас точно все. Пора нам запачкать руки. Нормально то, что он не едет, не поворачивает вообще. А сейчас последний участок. Тут водители должны решить, поехать по дороге или срезать через болото и немного поиграть в грязи. Выбор за ними. Я думал, я утону. Тихо! Твою мать! Сука! Поворачивай, Мерседес! Почему время не показывают? Так, они не должны время показывать? Подожди, я перезапущу. Заново. Какого хрена Мерседес то не поворачивает, то время не показывает? Позволить другим водителям задать темп, но ненадолго. Заткнись. Так, погнали, на ТТРС. Части трассы у нас гигантские зрители, и перед ними проходит гигантское по масштабам событие. Мы видим, что сейчас наши водители стараются изо всех сил, и у них получается все лучше и лучше. Это будет настоящий гладиаторский поединок. Ты пробил час. Пора встряхнуть эти состязания. Погнали. Быстрее, Хазу. Можно ли назвать претендентом того, кто так лихо вырвался на первое место? Не знаю, можно назвать или нет. Над рампой прямиком в эту прекрасную воду. Мы гордимся, что гонки Live нельзя сравнить ни с чем. Водители должны быть мастерами своего дела. Нормально то, что не долетел. Но иначе они останутся позади. У них лишь один шанс стать лучше всех. Если бы лодка стоковая была, я вообще там застрял. Наверное, был закись юзать. Уходит то время, когда наши водители устраивали выкрутасы на воде.
пора нам запачкать руки. Куда ехать? Сейчас последний участок. Тут водители должны решить, поехать по дороге или срезать через болото и немного поиграть в грязи. Выбор за ними. Чего, 40 FPS? В смысле? В смысле 40 FPS? 50. Сейчас опасно было, кстати. Ёбаная тележка! Твою мать, если бы я не взял метку, это был бы крах. Это был бы крах. Это был бы крах. Бля, это реальный экстрим. Заезжай! Какого хрена? Да. О, да, я победил. Спасибо, что смотрели второй этап серии Life Extreme. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях. Это был Новый Орлеан. Спасибо и еще увидимся. Да, увидимся. Goodbye, my friend. Золотая. Золотая чаша, золотая. Стоп. А, ну ладно, прощаю. Так, давай на этом закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.